Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет распаковка Сазона и Wildberries. Это все посылки оттуда. Сейчас будем их открывать. Я даже не помню, что я заказывала. Половину заказывала я, половину заказывал муж. Начнем с костюма. Этот костюм я купила на фотосессию. Юбка и кофточка. Сейчас откроем. Вот такая вот юбка. Она ниже колен. И тут еще сбоку идет вот такой вот вырез. Ткань хорошая. Лапша. То есть полоску. Здесь такая вот резиночка. Дальше кофта. Вот такая вот кофта с горлышком, тоже полоску, и она укороченная, то есть она идет как топ. Вот такая вот. Идем дальше. Это я заказывала костюм белый. Мы уже тоже на фотосессию. Я распланировала фотосессию на природе, чтобы мы были во всем белом. И взяла такой. Вот такая вот кофта. Костюм флисовый, теплый. То есть летом в нем будет жарко. Это на погоду примерно, наверное, градусов 14. Ну, стильный, мне очень понравился. Тут такие вот пуговицы коричневые. А ну. Такие вот штаны белые. С кармашками. Здесь вот такие звездочки идут. Ну, в общем, крутой костюм. Мне понравился. Дальше у нас идет вот такой сетевой фильтр. Это заказал муж. Потому что у нас есть переходник, но в нем очень мало розеток. Мы заказали побольше. Тут, я так понимаю, 5 розеток. И он идет с выключателем. Сейчас посмотрим. Пришел в пакетике вот в таком. Вот так это выглядит. Тут 5 вот таких вот розеток и выключатель. Кабель тут идет 5 метров, ну, достаточно длинный. Ваня заказала самый длинный, я так понимаю, кабель. Я думаю, нам понравится. Посмотрим, где. Дальше идет вот такая вот розетка. Еще с 2 разъемами. Вот так вот она выглядит. Вот так вот она собирается. Вот. И тут еще 2 разъема. Тоже можно заряжать телефон. И еще что-нибудь. Такая черная. В нашем стиле у нас как раз таки двери черно-белые, точнее белые в черную полоску. И вот эта черная розетка к нам как раз подойдет по цвету, по дизайну.
мне понравилось. Заказала я еще средство. Я твое средство написано. Оно вроде написано то, что оно для всего. Сейчас прочитаем. Так, оно тут для стирки, для посуды, для чистки поверхностей, для чистки сантехники и раковины и для обезжиривания. Ну, попробую, узнаю. Отзывы на него хорошие, я посмотрела. Будем пробовать. Ваня мне еще заказал чехольчик. На вид очень миленький. Вот так вот он выглядит. С Том и Джерри. Точнее, только с Джерри. Вот такой вот он миленький. Очень классный. Мне понравился. Ну, на этом все. Мы все с вами разобрали, все открыли, посмотрели. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк. И всем пока-пока.